Мы ждали ответ на этот вопрос. За 3 недели до Олимпийских игр на льду впервые встретились 2 лучшие фигуристки планеты – Евгения Медведева и Алина Загитова. Казалось, трибуны не дышали, журналисты не моргали. Исход главного противостояния этого чемпионата решила она – самая юная участница соревнований. Под музыку из балета «Дон Кихот» Алина откаталась идеально чисто. Это при том, что у нее самая сложная произвольная программа. Все прыжки она убрала в конец выступления. Это значительно повышает их стоимость. А, например, такой каскад без опоры на вторую ногу вообще не выполняет никто в мире. Но с какой легкостью она это делает? Кажется, не просто прыгает, порхает по льду. Миниатюрная, изящная, в аккуратной пачке. За этот образ ее прозвали «красной балериной». И превзойдя собственный рекорд почти на 15 баллов, Загитова доказала – главная партия за ней. Сегодня они еще больше поддерживали меня, то есть были крики детей, Алина, давай, и я сразу так, все, спокойно, пошла, сделала. Женя получила самую высокую оценку за артистизм, но впервые за 2 года уступила в технике. Загитова внимательно следила за ее выступлением в миг-зоне. Она даже попросила журналистов прервать интервью, чтобы увидеть оценки соперницы. Евгения Медведева занимает 2-е место. Конечно, Жене вдвойне тяжело. А с одной стороны, такая тяжелая травма. А с другой стороны, каждый день ты же не закроешь глаза. Каждый день ты читаешь, когда ты болеешь, что тебя уже догнали и перегнали. Но вдвоем они перегнали весь мир. Смотрите на это, болельщики весь день на эмоциях. Кажется, накал страстей достиг своего предела. Но самый напряженный момент от глаз зрителей скрыт. Вот оно, закулисье борьбы. Последняя тренировка перед началом соревнований. 2-кратная чемпионка мира и Европы и новая чемпионка России. И то, как они выступили перед полными трибунами, во многом зависело от того, как они справятся с нервами здесь, когда они остались один на один. Собранные и очень серьезные. Всегда в наушниках. Полное отключение от внешнего мира. Что слушают, не рассказывают, зато показывают, что умеют. Хотят зависеть друг от друга перед соревнованиями. Конкуренцию между девушками уже сравнивают с противостоянием Ягудина и Плющенко перед Олимпиадой в Солт-Лейк-Сити. Накала добавляет и то, что у 2 спортсменок общий наставник. Железная леди фигурного катания Этери Тутберидзе. А я сейчас вам что-нибудь откушу. 4 года назад в Сочи именно она сделала Юлю Лепницкую олимпийской чемпионкой в командном зачете. Тогда в нее влюбился весь мир, а Этери Георгиевна, кажется, вывела секретную формулу воспитания чемпионов. А уж то, что гимн России будет звучать с трибун, гарантируют наши болельщики. Они уже предвкушают олимпийскую схватку Загитовой и Медведевой. Такое пропустить нельзя. Ольга Паутова, Дмитрий Попков, Наталья Штон, Светлана Трофимова и Сергей Чувелло. Первый канал.